В 2015 году Комитет Госдумы по транспорту принял закон, чтобы юрлица платили за перегруз на автодорогах 200-300 тысяч рублей штрафа. Однако для частных владельцев грузовиков установили гораздо более гуманное наказание – 3-5 тысяч. Это обернулось тем, что юридические лица массово переоформили машины на частников. Поэтому депутаты планируют запретить физическим лицам регистрировать грузовые автомобили массой свыше 5 тонн. В 2015 году Комитет Госдумы по транспорту принял закон, чтобы юрлица платили за перегруз на автодорогах 200-300 тысяч рублей штрафа. Однако для частных владельцев грузовиков установили гораздо более гуманное наказание – 3-5 тысяч рублей. Теперь Госдума готовит законопроект, который полностью запретит физическим лицам регистрировать на себя грузовики полной массы свыше 5 тонн. То есть, если человек не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, либо не имеет на нее патента. Пока законопроект находится на стадии подготовки, но уже сейчас поддерживают его многие. Надо сказать, что за последний год огромное количество единиц такой техники было переоформлено таким образом. Бизнес уходит от уплаты налогов, ведь физические лица платят куда меньше штрафы. И потом, у физического лица нет возможности проходить качественный техосмотр такой техники, что влияет на дорожную безопасность. Пока единственным препятствием для законопроекта является отсутствие понятия «патент» в действующем законодательстве. Однако, как только правительство устранит этот момент, Думский комитет внесет упомянутый документ на рассмотрение депутатам.